116 миллионов рублей долгов. Муниципальные ПТП не могут рассчитаться за топливо. Не в полном объеме проходят отчисления и в пенсионный фонд. Как рассказал глава департамента транспорта Омска Виталий Маслик, это финансовые долги прошлого года. В 2015-м РЭК принял тарифы убыточные для пассажирских предприятий. В 2016-м стоимость проезда увеличилась с 18 до 22 рублей. По словам чиновника, это позволило ПТП хоть как-то существовать. Однако средств погасить задолженность все равно нет. За помощью мэрия обратилась в правительство Омской области, а также продолжила переговоры с поставщиком топлива. Несмотря на исход переговоров транспортного коллапса в Омске, чиновник обещает не допустить. Вместе с тем, по мнению депутатов горсовета, уже к концу года долги муниципальных ПТП могут составить почти 400 миллионов рублей. Коллапса не будет, успокойтесь. Не волнуйте наших жителей. Городской бюджет ищет возможность выделения определенных денег для того, чтобы погасить долги 2015 года. Есть определенные переговоры и договоренности с «Газпромом». Я бы не хотел детализировать эти вопросы, потому что мы в процессе, скажем, переговоров. Есть надежда на понимание. При этом мы платим текущие платежи за потребленное топливо. Ну, если вам интересно, выплатили за год 280 миллионов.